Блин, а вы что, не в курсе, что ли? А я в ТикТоке 10 дней бухал. На природу съездил, там, короче, бухал, А потом что-то нажрался вообще, капец, нихуя не помню. Очнулся в машине, короче, с фофаном. Ну и все, домой уехал и загудел на 10 дней. Потом 2 дня отходил. Уже четвертый день работаю. Вот так вот. Ну сейчас начну снимать.